Да, чтобы это не на киле было. Смотри, мне минута нужна буквально. Я между сферами стояла, даже не двигалась. Там было очень много минут. Разобрались уже, вон в тебя зашел, ничего страшного. Играем. Боже, я думал, Тайнау там какие-то сложные шуточки пишет. Это не сложная шуточка. Отсутствие. Мне нравилось это без танки. Что? Нет, не слышу. Повтори, не бойся. Не бойся. Что он сказал, Харам? Ему нравилось твой ДПС в танке, а не в ДД. Ну, забей. Ты да, реально да. Ничего важного не прослушал. Давайте на пол. А хавчик-то будет? Ну так, все равно больше ДПС, чем в 3 танка будет. Понятно. Это понятно. Мацать друг друга. Проблем не в ДПСе. Ничего не говорю. Проблема сейчас в аутизме. Не, если бы я был РДД, я бы жить здесь не спекнулся, да, да. А Широн тебя пришел, можем взять, на самом деле. Тяни. Байт, прошел. Мне не нравятся эти смерти танков, сфера. Первый каст. Выбей Эстеру. Попробуйте немножко ближе в босса вжаться, Мелики. Появилось. Забайтили. Первый каст. Имакуат, выбей меня. Еще раз. Как хорошо, что ты не выбил. Второй. Сейвы идут хорошо сейчас. Меня сщи, спасибо. Переводим босса, этот хилы тоже дамажит. Все дамажит. Налево туда, все правильно. Тайнав, после смерти поставь меточки, пожалуйста. Окей. С черепком, печенькой. Давайте на переходку идем. Стой, а с каким я танком я иду? Игнор и мода. С Альдазаром туда. А где Альдазар? Блядь. Ой. А, еще и двое. Шикарно. Это переходка, ребята. Если бы наши танки обусловили свои местоположения до начала переходки, все было бы лучше. А почему у нас нет танка? Да чего вы не перешли? Падаем. Туда не нащеп. В смысле? Тут нет танка. Бля, а зачем у нас... Ладно, все. Падаем, 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 падаем. Да, Стера что-то делает, я понимаю, это вообще ничего не объясняет. Макулата тут тоже есть. Альдазар не переводит их. Ну-ки вызовем, ребят. Ну, героики, по крайней мере. Падайте, падайте, никто не релизится. Объясняем. Значит, по порядку. Посистимый. Вниз, пожалуйста. Вот вы встали, обратно вниз прыгните. Посистник, нет. Я даю, подожди, подожди секунду. Окей, окей. Вниз прыгните шестером. Жду. Фартовый Макс. Паналера. А теперь не вставайте.
Теперь полежите здесь с Рейдом и послушайте внимательно. Так. Вот так было там, Тайнов? Надо, чтобы прямо это, жали. Вот да, уже, прям, да, прям да, вот так, да, да, я понял тоже. Хорошо, теперь для... Так, центр обозначать мы не будем, чем мы еще будем обозначать? Куда второй кэмп подходит? Крестик поставь. Просто крестик, куда идти? Так, в смысле второй кэмп? Альдазар. Альдазар. Ну, прям на месте спавна второго ада стоишь. Где он спавнится? Сейчас. Альдазар, ты здесь? Это так, да. Должно. Примерно. Хуесос спавнится в крестике. Там, где спавнится, ты с Хоромой и Машей становишься, и вы сбиваете косты. Хорома тебе сейчас объяснит в личку, какие косты, кто в каком порядке из вас, как, каким макаром их сбивает. Зачем в личку? Альдазар, пусть первый, я второй, всем. Какой именно? И прочее. Все, что самый первый каст. Хорошо. Окей, весь рейд собирается, вот началась переходка, появляется сверка сперва. Так только сверка появилась, все двигаются в печеньку. Миликов это не касается, милики сразу могут идти в печеньку, но не через РДД. Мы собрались в печеньке, идет моя команда перебежать. Мы всем рейдом из печеньки двигаемся в квадрат. Я поставлю сейчас на себя метку, по мне будете ориентироваться. Передвинулись со мной в квадрат, мы стоим. Также играем в ада, в мелких адов, даем АОЕ контроли. Я сказал еще раз, мы из квадрата идем в печеньку. Мы собираемся только после команды о переходке, только после появления сферы. И двигаемся строго по команде. Все двигаются строго одной точкой. Не будете этого делать, не убьем босса. Поехали. Встали? Кушаем. Ставлю столик. Че, подожди, я вас скачаю. Пожалуйста. Take your time. Там мне ДВМ сдох. Ненавижу. Это та же вашка. Макс, та же вашка, да, вопрос? Ну да, которая была. Твоя. У меня вашка есть. Макс, можешь митинг открыть? А в этом в чате не? Не можешь? Нет, я включал. Да, сейчас секунду. Шепот. Прошла? Спасибо, да. Спасибо. Напомню. Подожмите чуть по ДПСу, и у меня как раз кулдаун на первый ход будет без задержки. Капа. Где в крышу не хочешь? Вообще хочу. Ты еще скажи приплоты пить. Это совсем. Я не знаю, где ТК, он мне не пишет. Ладно, поехали. Полетели. Давай. Ага. Первый. На магов и хантов не вешается байт? Вешается на всех. Ты был сразу. Не нужна была Эстера черепаха здесь. Yes. Харам, в черепок выноси. Далеко выносишь в РДКМ. Вытяни ингилу. Выбью. Забайтился в мили. Куда? Куда? Mm-hmm. В череп. Блять, ДХ. Это не череп. Да, нет, чё. Почему умер, а? Разрыв сущности. Это что, клиф? Маша клиф поймал. Играем.
Поднимаю Фокси. Эстера поймала ОЕшку. Зора поймала ОЕшку. Мне переходка нужна. По боссу все затопили. С чьей поймал ОЕшку? Не, я тебя учу, штрафовать будем. Я понял, вы сейчас от учей вайпаетесь. Тяни. Сзади тебя прям. Босс играем. Переводим. Перевели. Мне нечем поднять сюда. Ждем сферку. Мы сейчас ждем сферку. Эстер, ты не должна сейчас бежать. Ну, вот теперь собираемся. Нет. Побежали в печень. Быстро. На счет три. Раз, два. Побежали. Квадрат. Стоим. На счет три. Еще рано. Играем. Ровно в звезду встаньте. Ровно в звезду. Через две. Пошли. Сбейте РНЖ. Кас прошел. Иди. Какой кас прошел, Макс? У босса? Второй. У нашего. А чего ты не сбил? Я сбил на первой. На первый танк. Нет? То, не знаю, сбил я. Сейчас посмотрим. Потому что танк, наверное, уже убежал, а моп остановился к столу. Да. Именно то же самое произошло и на второй. Так оно и происходит постоянно. Мингива и Анфида. Как минимум средний на стыка. У него оранжевый кик, насколько я знаю. Вот. Значит, по порядку сбивает ДХ и Ингива. ДХ, слышишь меня? Их три обычно. Там ротации из двух хватает человек. Секрет. ДХ. Нужно. 24 секунды не хватает. ДХ и ДК хватит. ДХ и ДК? Да, но там двух человек хватает, поэтому я с Эльдазаром нормально все там сбиваю. Ну я теперь конец сбилась, конечно. Да, ДХшник Анфита и танк страхует. ДХшник первый, Анфита второй. Ущепки страхует, это по кастам. Теперь по полученному урону. У нас было много смертей из-за лучей. Аннигиляция. А там был один луч, где много кто сдох и получил. Там непонятно было, сразу два, ну, криво лучи отображались. И с ада, и с босса. Да, меня вот это волнует. Ну, я понимаю, панелир Эстера. Или это не та аннигиляция, не очень понял. Аннигиляция — это то, что навешивает дебаф. То есть после луча, после выноса дебаф. Я тебя понял. Посмотришь. Уничтожающий взрыв. Уничтожающий взрыв, хорошо. Вот твой чемпион. Угу. Из этого списка исчезайте, иначе 5к будем платить. Все, кто в этом списке. О, тетива на месте. Хорошо, иди тоже ко входу в рейд, сейчас возьмем. Тебя и еще. Короче. Фит крикни, пожалуйста. А! Громче. Не хватило ренджа, громче. Как лучше? Угу. Замечательно. Если есть вариант... Почему? Что, почему? Ущепить прыжка поменяли. После этого было хорошо. Юля, тела ко входу в рейд. Только не зашибись. Как ты заебал? Просто по-людски, без обид, я тебя не оскорбить. Это танки медленно падают, он ни при чем. Хорошо. Танки заебали, что он вздыхает у меня. Хорошо, он не виноват. Ой, ебаный. С чьей опять не тянет? Маш, как сдохла?
Я у себя стою сбоку от босса. Вот как сейчас лежу, так он стоит. И я попадаю в эту волну. Я вообще не знаю. Я буду потому что у нее... В другую комнату. Я буду портоваться на эту волну. Не пок, на самом деле. Не вздыхай. Хорошо. Зоро, хиль. Зоро, я не вижу. Ты долбоёб, блять. Ты один раз притянул за файт, и то криво. Пожалуйста, делай нормально. Ты из сферы в сферу вытянул. Первый. Второй. Вайп. Стоп хил, стоп ДПС. В сверху зашли. Еще разок. С чьей? Не тяни человека через две сферы. Мне это не надо. Перестаньте ловить лучи. Это мешает прогрессу сейчас. Мы сейчас втопчемся на том, что было на первом РТ. Юля на месте? Облы на месте. Тетива, заходите, инвайтитесь в рейд. Портуйся ты вообще. Тайна в танк. Щит, давай так. Единственное, почему вот я вижу ДК, это притяжки. Если ты сейчас не начнешь это делать нормально, будет так же, то иди на вару. Вот честно. Тогда лучше я с Имакуатой продолжим терять ДПС. Я, Имакуата, тетива, у нас это нормально получается. Это самый Филин, пожалуйста. Ты-ды-дын. Да. Тут Сватов смотрит. Столик. Имба сериальчик. Best of the best of the best. Я начинаю, ты идешь с рейдом это за на переходке. Между в крест ты пойдешь? Да. Окей. Три. Ну типа он сейчас нормально по РДД. По идее можно так положить. На пол. Юль, в антику дать? Да. Фласку дать? Есть. У меня нету. Давайте, я хочу результаты. Я хочу видеть результаты. Эстер говорит. Не возьму. Это надо не понимать. Воу. Это было... А прямо в боссе. Тем лучше. Первый пас. Меня, быстро. Второй. Успел сейф взять. А вот Эма не там. Опять луч. Маш, внимательно. Сейчас дебаф надо посмотреть, нас плохо вносят люди дебафы. Тяни ему куату. Тебе нормально с чей?
Ты, а у тебя есть чей? Вреди бахать. Так, ну я. Хорош. В топе ряда. Сейчас стерка сразу. Ага, я выбью. Босса перевести уже надо. Перевели. Сферку ждем еще одну. Две. Одна. Выбей. Пошли на позицию. Бим через 3 секунды. Встали. На счет 3 перейдем. Раз. Два. Пошли. Ровно в квадрат. Что это было? На счет 3 перейдем. Рома. Сори, мне перешли. Тоже нужно. Тут произошел троллинг, так сказать. Да, да. Блять. А как это получилось? Когда я знаю, что идет делать Харома и Тайнава, я рассчитываю, что у них получится лучше, чем у половины рейда. Ну, у нас есть оправдание. Она проехался лучше почему-то. А почему он проехался? Проехался. Я понимаю, когда мы встали между боссом и рейдом, это было не так. Это плохо. Лучше по ним проехался. Good Hash, Эстера, поднимите ДПС. 9000, 10000, это... Не, ну я да, это был... неудачный пул был сейчас. А я его в спеке удачный пул, да. А как он... это так? А почему кибербул? Я посмотрел, у вас неудачный? Скажите, когда смотреть? Ну, потому что shit happens, прошлый посмотри. 3.20. Good Hash 10, Маквата 10. Я понял. До конца этого часа без замен там... Возьму на коттера тетиву, а вместо кого пока не уверен. И еще, Чи, ты не вынес сейчас бомбу, почему? Поехали. Не вытягивал. Да не вытягивал ты их вынес. Нормально вытяни. Нормально вынеси. Вот сейчас тяни. Я все жду, пока в кулхэше засопалнится эта сверка. Вернее, ад. Первый. Мигрень, не лови, пожалуйста, очень. Второй. Дамажим. Перерыв, можно сказать. Сферка. Осторожно. Ага. Фокси, не отвлекайся. Отправлю ногу. Первый кост. Почему умерла? Второй. Выносила сферку, бежала обратно и запросто не видела, куда дает ак.
поднял тебя. Без смертей и без лучей, пожалуйста. Переведите. Эстера, там стоять нельзя. Это место переходки. Тяни. Счинь. Не надо, нет, до следующего пути. Спрейт. Сейчас появится еще одна сферка. Побежали на позицию. Встали ровно в печеньку, ровно в печеньку, ровно, ровно, ровно. Стоим. Раз, два, перешли. Блин, не кикнул. Не, не кикнул. Ровно в квадрат стали. А Веном это плохо. Нажмите сейбер. Откуда она тут стоим вообще взялась? От Эстеры. Перебежали. Перебежали. Ну, говорите, что осады нет. Давай. О, только убили. Падай. Ладно, там тоже мисплей маленько. Ну, я. Ну, да у нас тоже хорошенький мисплей. Эстера. Квадрату и печеньке не подходи. На пушечный выстрел не подходи. Хорошо? Я тогда же ушла, потом... Но сверка там была твоя. Этого не надо, там хорошо? Что-то крутило. Чего? Что-то крутило. В смысле? Ты не стоял, как обычно, в этой точке сада. Я же был сапер. Откуда ты думаешь, 10к ДПС почти? Ну, я не говорю, крути. Ребят, не надо. Насчет ДПС, у меня на все время было... Не, ну я не против. У меня 4 раза. Погоди, Харам, я... Еще раз, тестер. 4 раза на мне сфера была, я поэтому про ДПС здесь не был. Но не стой с той стороны. 4 раза сфера, это не так... Это не такая большая потеря. Выше надо, все равно надо выше. Если просто венжинс вернули мне отдельно. Ну да, Эстера. Жильсамин еще задок потерял на этом. В других статиках еще больше, чем 4 раза. Еще ничего человек дает 12-14 тысяч. Проход... Даже я в офспеке столько даю. Слушай, с копиями что делаем? АОЕ. Их как-то поактивнее, не знаю, клеют или что-то еще, потому что меня они сейчас сожрали вообще. Нет, вы просто должны научиться их максимально спамить, и за тот момент, пока вы стоите, я не заспамлюсь, они почти умрут. Ну, в идеале. Насчет стана не знаю. Короче, анфи, ты можешь крутить, там если они вонят твоей достигаемости. Ну, я-то один не закручу их. Всех 800к. Когда они заспавнятся, ДКшка их может стянуть все. Нет. Ребята, не сбивайте, не на то внимание обращайте, играйте нормально, без смерти и лишнего урона, никого не сидят тогда. О, наконец-то. Эмакуата, ближе нужно было подойти. Вада. Ты мать. Как сзади, если что. Какой? Что, Харам? Кто это сделал? У нас Харам. Никто из РНЖ не отходит, в смысле, не приходит. Байтить нужно, мили. После сферы в миле. А что с фрейгон происходит? Кто мне объяснит? Саш, ты здесь? На воле тело или что? Тяни меня с чей. Прокос.
Молодец, Макот. Харам, посмотри на Фрейгу. Найди ее. Что такое скрывающее? Что такое скрывающее забвение? Сейчас посмотрю, все равно я покажу лицом полз. Ну это все лицом туда. Это мать, да? Да, это мать. Своих убил. Что? Что еще раз? Сокрушающее забвение, это что? Сфера. Как? Сфера забвения, сокрушающее забвение, да. Наносит всем игрокам 41к урона, когда их освобождают. Саша, что только что произошло у тебя? Ты завис или что? Уж как я пробка на прошлом РТ приколюху сделал. Плохая приколюха. Там по себе пул был очень так себе. Еще раз запробуем. Мы сегодня должны проходить вторую фазу, а не первую. Мы первую проходили на прошлом РТ стабильно. Сыграйте сейчас хорошо. Байтнули мили. Расходимся. Херука. Макват, выбей гуд хэшн. Собирай. Хорош. Захас, пожалуйста, не стой возле метки квадратика. Договорились? После сферы в миле. Байтнули в миле. Спасибо. Добиваем босса, идем на переходку. Нужно больше урона. Еще будет раз сверху. Ну, ты поспеши, уже выбивал, выбивали РДшники. Не могут просто сорвать твою притяжку. Сверх совсем нет. Очень плохо. Перевели. Сверка. Кыш от сферок. Тихо, тихо, не кричи, Тайнов, пожалуйста. Если будут сверх. Вытяни меня, с чей. С чей, вытяни меня. Пошли на позицию. Встали, встали в урону звезду. Перебежали. В квадрат ровно. Альдазар, он кливает, имею в виду. Стоим. Третий надо будет сбить. Раз, два. Перебежали. В печеньку ровно. Давайте, 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 давайте. Печеньку ровно.
На второй, второй. Печеньки стоим, печеньки стоим, печеньки стоим, печеньки стоим. Перебежали. Выбирай. Когда я подвезу, то... Того, кто затриггерил, 15к. Вайп. А танк вообще кидается? Нет. Я буду отдельно от вас бегать, сферу собирать. Я на фазу вышел, но и было много старых. Такую переходку испортили. Нужно было пройти уже на вторую выйти. Но нет, нужно было обосрать. Если что, Харун, твой второй каст, можешь прям не тянуть, а сразу успевать, чтобы Маша, я быстрее подвел. Маша, дай столик. А, спала? Давай. Ну, не спала. Нет. Я понял, понял. Где-то секунды две. Да, как только они убили, чтобы это побыстрее перевести. Хорошо. Нет, Маш, небольшой. Блядь, Паш, не сказал да. Я не говорил ничего, я молчал. Ждал, угу. Нет, я молчал, ждал, пока ребят закончат. В общем, кто-то, значит, кто сказал. Угу. Не нужно было стоять большой. Прям. Сейчас смотрим. Джельсимин... Ага, ты куда-то там отбежал. У нас есть три кандидата. Это Эстера, это Паналера и Мигрейн. Почему я? Это Эстера была. Поехали. Не ты, не ты. Там три чека, но явно впереди всех стояла Эстера посреди переходки. Ни в одном, ни во втором кемпе, да, куда лучше дарю. Я просто быстро перемещаюсь с полетом. Да-да, я и посмотрю. Сколько стаков дает вообще? Примерно на переходке. 2 секунды, наверное. Значит, насрать я подведу его прям сквозь случай. Сквозь один. Альдазар вперед. Ты можешь это сделать с шумом на фоне? 4, 3, 2, 1. Ребята, ад резница не в мили, а на вас. Я штрафовать буду. Маг контроля, который запускает сферку, тяни. Это жестоко. Тяни, Зора. Чи, тяни. Тяни. Мигрей, мне показалось, или ты не успел вынести? Не успел. Не успел. Хуё, Мигрей. Сейчас сверка, потом байт. Блин, Макс. Да я видел, ну. Не нужно было выбивать Макса, нужно было, чтобы он там взорвался. Выбивай. Босс не Орион, сферка. Я надеюсь, хватит мозгов не тянуть через несколько. Молодец, Макс. Поднял. Гошки. Стоим. Сейчас появится сферка. Меня, ну кот. Побежали на место. Печень.
Переходим. Встаньте рано в квадратик и стоим. Стоим. Перешли. Ровно в печеньку теперь и стоим. Стоим. Приводи. Перешли. 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 Я пишу. Забирай. У нас криво печенька стоит. Стоим в квадратике. Стоим. Перешли. Я вылетел. Алло. Тики-тики, РДД. Конец переходки. Сейчас сверх появится. Она уже появилась. Ага. Я еще в сферу попал. Падай. Ой, они Митрекс убили, Кир. А вы посмотрите, по фрейм он выкинул из игры. Должны были убить сегодня. Ребят, меня выкинул или еще нет? Выкинул. Ты просто мёртв. Я тебя кикну сейчас из рейда. Скажешь, когда заходить? Скажу. Красавцы. Пробуем фит. Значит, ну не хулипала назад взять. Что еще раз? Выходи. Значит так, не отвлекайтесь. Наша задача следующая. Делаем то же самое. Я немножко передвинул печеньку, она стояла криво. После чего нам приводит второго. Мы должны свечницу второго убить. Начинается вторая фаза, мы расходимся. И вот этих мелких адов нужно очень быстро сбрить. Они не должны оставаться вот так. Проще говоря, нам нужно выше ДПС на переходке. Пробуем. Паша, а мы можем после переходки оставить там босса, чтобы мелкие заклевать? Не думаю, да. Посмотрим. Вообще, мне... Если там босс оставить, то мы там можем меликами просто заклевать их всех. И РДДшники также. Поехали. Коша тупо на феррале освоил минус. Прыгаем. Сверка сейчас будет. Вытягивай. Маш, ты опять поймал? А, нет, показалось. Каракость. Нет, таки поймала. Микрейн, ты хочешь убить босса или нет? Микрейн, ответь. Я клаву залил. Маш, выключи, плиз, конечно. Юль, так... Ага, это же всегда. Так далеко не спасла. Блять, ну просил. Не выбивайте сейчас их обоих, только Дзора. Второй.
Третий. Идет. Пошел. Проводить надо. Ждем сверху. Ждем. Появилась. Побежали на позицию. Встали в печеньку. Передвинулись. Адов заливаем и бьем по большому. Блин, сори. Передвинулись. Давайте больше ОЕ. Стоим. Нам нужно вести. Что, я опять завис в этом же момент. Стоим. Отмертый НФ. Перевели. Перешли, точнее. Это каст или что? Да, это каст. И не смог бы успеть, потому что меня замедлили. Проси фридом уже. Перешли. Я даже вам озвучил. Вот сейчас можно бегаться уже. Да, вот босс. Добили ада, и мы рассасываемся обратно. Ну, не куча стаков, ты танчишь первым. Ну, это вайп. Жильцами не релизьте. Падаем. Мигрень тоже останься, полежи. А, давай, у тебя шкала залита все. Жасмин, смотри, видишь, где черепок? Ты можешь туда вынести? Типа, если там кто-то есть, вынеси в печеньку. Но не надо выносить в крестик. Ты вынес в крестик, а потом обратно шел, попал в сверху РДД. И ДПС потерял, потому что далеко выбежал. Ты можешь это... Жасмин, смотри. Это, то есть ничего страшного, что двое в кресте, что ой, в черепе. У вас две метки, череп и печенька. Один налево, один направо. Не, ну я понял, просто видишь, я посмотрел, что один в черепе, я подумал, что в кресте ближе. Ну, стормозил, наверное, да. Ты лучше встань недалеко от черепа. Просто через РДД бежать, это суицид. Тетиван, заходи. Ты замен делаешь? Да, я хочу сейчас поменять. Перерыв? Мне нужно обновить ДБМП. Давай, перерыв. Да, я покурил. Давайте 5-7 минуток. Кто мне может подсказать, почему у меня половина ВАшки не работает? Что тебе не работает на этой ВАшке? Кружок, все есть, у меня не работает передвижение на переходке. Бип 1, 2, 3, который да, счет? Да. А ты попробуй, знаешь, у тебя ДБМ или Бигвикс, кстати? Бигвик. Удали то, что у тебя сейчас, попробую взять с меня. Я уже 3 раза ее удаляла. А, ну ты... давай, хорошо, вот ладно. Сегодня ты брала ее сегодня? Да, сегодня вот, ну, кидали, я опять ее. Давай еще раз, я попробую. Не надо, если ты уже брала, то я единственный, кто кидал. Знаешь, что может быть поменять тебе просто надо? Открой саму ВАшку эту, она вне загруженных. Угу. У тебя. Последнее, видишь, написано IDD Blast Timer, Big Wings Only. Да. В триггере что у тебя написано в статусе? Зайди в закладку триггер, там есть статус Big Wings или DBM, и что там у тебя? Big Wings. Таймер Big Wings написано. Окей. Abbreviation Blast Ade. Что там у тебя? Подожди, я могла этот таймер в Big Wings отключить.
Да, это может... Да, может быть, потому что этот аддон, он из Big Wix'а, из, ну, из полосочек реагирует, на полоски, короче. Я поняла, я просто, ну, как бы я оставляю в основном только те, которые я сейвлю, за которые мне как-то... Ну да, логично. Не было... Чего ушел курить? Спасибо, все равно помог. Аруада, тетива, Накхотр, зайдите до конца таймера, перерыва, хочу вас взять в рейд. Троих, а там посмотрим. Отойду. Я тут. Сколько таймера осталось? Минута. Минута 20. Да, вот так сделаем. В ваших силах завалить его до конца этой недели. Чего? В наших силах завалить его до конца этой недели. Но нам нужно, чтобы все наши пулы были, как вот этот вот, когда мы вышли на вторую фазу. Нам нужно всегда уходить на вторую фазу сейчас. И отработать ее. Можете просто посмотреть пулы второго статика. Судя по вайпам, их... у них вайп на том же самом, плюс... Просто это... Прошли второй переход, почти убили. Да? Со второго пула. Они три раза проходили вторую переходку. Третья фаза всегда отыгрывается. А просто там геры надо снести, там 30%, что мы решим. Паша, надо портоваться, да? Да, ты и Гудхэш портуйтесь. На Коттер и Рады... Идут с бенча. Ну, тетива, я не знаю, где он, пока без него вообще потравим в любом случае. Ставлю котел. Блин, я выпил уж своим. Ты че же я к тебе пошел, ты чего? Щедрый. Хорошо, не буду ставить котел. Видишь, я забочусь о твоих деньгах. Ты тут, тетива. Ну, вообще, мы можем... Да, мы так попыляем, ладно. Рада, правда, просился, но попыляем пока так. Сейчас кто-то будет косячить, сразу тебя возьму вместо него.
И еще по поводу того дебафа, извини, понял. У меня вопрос, я нужна буду сегодня или уже все? Пока нет, можете ключик сходить. Еще раз, что по поводу дебафа? Ну, виноват, понял. А, не вынес. Хорошо. Не, просто все просто. Ты можешь, конечно, лишний дамаг наносить, но значит нужен лишний хил. Ты улетел после дебафа, но улетел почему-то секунду спадания. Куркуаву залил, говорит. Чем залил? А? Чай. Уже вижу, монах сидит такой, как бы одной рукой играет, второй попивает чаек. Сладенький. Да, и знаешь, так сидит, попивает чаек, такой, сейчас я отлечу, блин, а... ой. Ребята, а вы когда там собираетесь, можно такой вопрос задать? Скажите, как бы этому углу камеры делать, чтобы было хоть что-то видно? А то там вообще прям... Никак. Видимость ноль, иду по приборам, мистер. Для этого всем ВА раздают. Там у всех камера за лаги. Наверх поднять ее и все. Ну, все равно ты, ну, ты видишь исключительно персонажа, но и все. Не, ну просто может еще какой-то вариант, если поэтому. Ну, в принципе, есть. Ты можешь камеру развернуть и на 180 и смотреть в себе в лицо. Тогда вот не факт, что сможешь бежать. Отличное решение, Помидор. Одобряю. Может, после тока када приводит после перебежки, то потом это как луч пройдет разбегаться сразу, потому что потом луча не будет. Тебе заметка не нужна, там только хилы одни. Кстати, Паш, ты говорил, что у тебя тоже. Ты тут? Слышу, тут. Ты говорил, у тебя тоже Вашка не работает, там вот... Правильно Фокси сказала, возможно, ты отключил таймер в ДБМе. С этого у тебя ничего не срабатывало. Рад, кстати, пожалуйста. Фокси, он у тебя был выключен или не был? Фокси? Маша, где самый опасный момент по урону на первой фазе? На конце фазы? Ну, вот когда второй раз вылезает, тогда по танкам точно вламывают, я обычно таргет цель сюда даю. А так, вообще вот ад второй, когда появляется, когда кастует. По крайней мере, мне так показалось. Остальное может насейвиться, оверсейвиться. По крайней мере, мои ма плюс крылья точно здесь. Я поменял немножко заметку. Хром, ты заходишь? Че? Я ради интереса запустил Warcraft с жесткого диска вместо SSD. В игру заходило 2 минуты с половиной вместо 20 секунд. Тебе тоже обнову некуда качать было? Я не понял сразу, откуда у меня забилось 20 гигов. Посмотрел, а там 8 гигов видеодрайвера, устаревших инсталлов. Снес и нормально. Ну так-то да, забилась СД-шка. Сейчас там 10 гигов, нормально. Ч 387. Ребят, у нас получится себя убить. Ну, на этой неделе. Не сегодня. Нам сегодня нужно вторую отработать. Завтра отработать вторую и вторую переходку. Так только мы закончим со второй фазой, второй переходкой, сойду со звезды. Он лежит сразу. Очень как только научим переходить. Да? Урады начали сходить со звезды. Я вторую не Что, Харам? Класс.
Дай попить. В Сахаре живу, дай попить. Только без съем. Дайте ему фласку. Ты знаешь, что у тебя есть фласка. Мне никто не даст. Я меня дал. Никто не любит. Дай мне фласку. Я дал. Давайте напомню. Дайте ему фласку, блин, ну. А, в задницу ставлю котел. Ты че, ебу? Ладно, ладно, не ставлю. Трейд, открой хром. Внизу. А что с Варуком, с чьи? Как он, готов? Не знаю, он не пишет. Я ему сказал 30 минут, давай, подготавливайся и пиши мне, он ебался. О, ладно, спасибо. Потом тебе верну. Поехали. Охуенно. Я его только вытолкнул, ты его притянул. А то я затриггерил. Слышно. Первый. Имаклад, пожалуйста, быстро, 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 Имаклад. Ну, братик, ну. Рамбертон. Анфита. А чё ты не выбиваешь на хотра? На хотра. После сферы сбежались. Твою мать. Кто-то не успел, это я. Звездочку. Это я не успел. Первый раз. Тяни. А, блин. Вытяни меня или Имакуату. Спасибо. Выбивайте на Казахаса. Переводить надо. Сейчас будет сферка, не бегите туда. Не тяни, Алиот, или я вытолкну. А. На позицию. Перебежали. Ровно в квадратик встаньте. Перебежали. Ада. Наш готов. Ада, ада. Стоим. Перебежали. Кик, 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 кик. Мой бери. Перебежали. Маша и Макрыли сейчас должны будут отходить. Расходимся, расходимся быстрее, пока не появились эти самые. А куда босса отвели? От босса. Где чёрт, сори. Резнул. Ад появился. Ад прям три босса. Съешьте ещё поты. Забирай. Второй каст, активнее вода. Ой, блин. Ну, давай. Падаем. Перебежку раньше надо озвучивать.
Да. Ну, мою, чтобы я это раньше привел. Маша, у тебя не было ЭМА и крыльев в этот момент. ЭМА я давала. Крылья я чуть раньше дала, когда начиналась переходка, и все очень сильно просили. Нет. Подождите. Паш, у меня гимн откатился только 4.22. Как? 1.30, 3.45. Две минуты получается, Паш, не так. А, ну да. Я сообразил, в общем-то. И то я, по-моему, чуть раньше сюда был. Первый. Ну, так далеко не заходили еще, поэтому... Что садок не делают, Паша, которые остаются? Должны там вообще убить. Мгновенно. Не мгновенно, конечно, но до конца переходки. Давай там попробуем ручками. Я попробую весь рейд засчитывать на первом. А вот так получается у нас по заметке, если поменяем местами. Транквил к этому моменту откатывается, а твой гимн откатывается к 4.55. Нет, Транквил не откатится. Конфит, а у тебя там не получается их зауешить? Не слишком далеко там стоит, да? Они как-то очень разрозненно выбегают, смотрю. Мы с тобой! Сюда мы все сухо. 4.55 это что у нас? Переходка? Как-то 4.55 это второй от... Второй каст первого ад. Нет. Второй каст это... Тоже переходки? Да, сори. На 3.10. У нас конец переходки. Здесь должны быть крылья и ЭМА от Йойок. Крик Клифа, если бы Клиф был в рейде. Дальше. Восстановление сил Мигрейн сдает при... под конец мобов, когда появляется ад. На появление ада. Между. Сейчас поменяем немножко. Не забывай нас просто. К чему? У нас еще ДКшных лужек две. Они под адом сложиться должны. Так вот я к чему и намекаю, что может быть сейф придержать на время переходки, пока мы вместе бегаем, и кинуть туда ДХ-шные лужи, а какой-то из ваших сейвов, хиллерский, оттянуть на уже на сколько, 3.45 или на 3.55. Так у нас получается. ДХ-шники должны положить обе лужи на 3.45. Давайте на пол. Крика от клип от Анфита еще не будет. Да. Че? Ребята, кстати, по заметке. Паш, а давай я купал бы на переходке, да? Нет? Ну, я не вижу этой необходимости. Мы там не сдыхаем от недохила. Там сдыхают люди от косяков. Нам сейф нужен, сейвить механику. Притяни. Ладно, надо. Под босс. От сзади аккуратнее. Свеч... Приготовься тянуть чи. Первый кат. Тяни. Мага, тяни. В миле после сферы. Первый. Так,
Кровь. Зора, Салю должна быть на этом касте, нет? Активнее полос очень много. Носим аккурат назад. Твою мать. Я косячу. Переводим. Сверка. Появилась на неделе. На позицию. Встали в печеньку ровно. Появился, Фокси. Две. Да-да-да, спасибо. Одна. Sorry. Перебежали. В квадрате ровно встали. Стоим. Перебежали. Казаха с немедли. Тяни второго ада. Готово. Стоим. То есть это поймать там не стоит. Перешли. Забери. Стоим. Перешли. Кто-то явно там замедлил. Не могу, а это будут и ты, Дыха. Рассосались быстро. Собирай сверху, потом. Стаков нет, я готов. Байт в миле занесли. Я не успел. Ну очень далеко будет. Я замедлю. Вада, свечнитесь. Тут далеко. Маленький. Тут надо определиться, что делать. Сзади еще один ад маленький. Анфита, не пиздеть. Играть в игру. Третий касс. Приближается волна. Ну до четвертого. Падаем в это. И тут у меня закончилась мана. Спасибо, кстати, за совет про Бигвикс. Я забыла сказать. Есть. Значит, по порядку. У нас у босса прошел. У ада прошел каст, правильно? Нет, он босс кливнул. А, он кливнул. В этот момент танчил Альдазар? Ход? Альдазар. Вот этого надо избежать. Слышишь? Касаемо. Ты что-то скажешь? Where is your dips? Помолчите секунду, ребята, я мьют повешу. Дайте по важным моментам. Во-первых, этот клиф опустил весь рейд, который мы прохилили, до нуля. Отсюда пошли трупы. Нахкодер умер не от этого, он умер, как я понимаю... А, нет, от клифа. И Макуат умер не от клифа. И Макуат, ты был под куполом монаха и стоял в луче, чего не вышел? Нахотер, в общем-то, не виноват. Макуата сам виноват. ДХшник, его ада зафокусили. У нас кто-то в квадратике заспаунил адов. Сейчас. Какая у нас метка квадратик? Шестерочка. Ты можешь это по логам посмотреть. Я сейчас смотрю. Я смотрю, как бы метку передвинуть. Мне кажется, мы ее не совсем правильно ставим. Кстати, я хотел спросить. Может быть, нам лучше начинать не с апельсинки, а с противоположного боку? Может, там будет лучше ады спавниться? Мелкие. В квадратике они у нас спавнятся хуже. Ну, квадратик — это вторая метка, куда мы перебегаем, правильно? Да. Только, может, я и говорю, может, мы будем начинать с квадратика, а спавнить их в апельсинке? Вот, например, у нас так получается. То спавн всегда в квадратике. Макс, кстати, вещи говорит. Ну, это правда.
Слушайте, а они могут справиться с танком? Нет. Нет. Поэтому иногда стратегия до танков берется, потому что они сбивают косты. Ну, с реально. Ну там реально только ледозор стоял, где они заспаунились. И мигра не сдвинулся на момент. Сейчас. Скорее всего, те, чьи видения далеко стояли, там и люди и, как бы накосячили. Как работает. Она спаунится рядом с игроком. Чаще всего. 5 метров. Я понял. У нас два видения были, которые уже пистели. Которые кливали нас даже, когда мы вышли на фазу. Давайте напомним. Ну, это одна, наверное, шатхарома, я так понимаю. Да. Моя может быть. Нет, ну, типа, ее можно потом. Не твоя. Там, где мы стояли в квадратике, спаунилось два, потом три ада. А у видений есть имена? Нет. Они моделькой похожи, и все. Ладно, давайте. Эмакуата. Только тебя ждем. Нужно то же самое, только хорошая переходка. Давайте пробуем в квадратике собираться в начале фазы. После первого или? Первый каст. Сферка через 3 секунды. Рада, как знал. После сферы в миле. Первый каст. Не вынесли или что-то, когда урон прошел? Вытянет Зора. Напоминаю, мы в квадратике будем собираться. Сперва сферка. Тяни мага. Забиваемся в уголочек. Через 5, 3. Перешли. Пошли. Поднимаю хп. Стоим. 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 Перешли. В квадрат ровно. Веди. Стоим в квадрате, стоим в квадрате. Мы не двигаемся с квадрата, мы стоим в квадрате. Еще 3, 2, 1. Перешли. Ады в стене, видите, где маги? Убейте их. Стоим. 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 3, 2, 1. Мы побежали. Мы бежим. Мелочь добейте. Разбегаемся, разбегаемся. Я подниму Джельсмину позже. Касты сбиваем, кто может байт подмили под босса.
меня. Там маленькая. Ты меня напугала. Я начала смотреть сторону. Тихо, молчать. Тогда собирай сферы. Ладно. Камни съели, если надо. Иди так, иди. Держать рейд. Чей? У меня тикало. Мне еще 7 секунд. Мне рисовал за что один. Да о чем сейчас? Это важно, я слушаю. Расскажите мне. Ну, по крайней мере, да. Как мне показалось, да. У нас Чей забегал в толпу миличников с дебафом, отчитывая от 3 до 1. Сейчас проверю. Еще что. Вот во время боя вы начали пиздеж. Я слушаю внимательно, что еще важное было во время боя пиздануто? Моя маленькая моделька. Ребят, крамка или моделька маленькая? Определитесь для себя и скажите мне. Конечно, моделька. Тогда я пойду. Это же выбора нет. Я без шансов. Я пойду, меня это не интересует, честно. Без шансов. Маленькая, не маленькая. Ребят, прошу, я не хочу мед вешать. Нормально играйте, не фудите. Так. Ну, в ту даме пусть открытая свечится, которая там остается от ее. По мелким адам было все хорошо, кроме одного. А теперь ты говоришь, что у нас Чии был дебаф, который нужно было вынести, да? Мигрейн вынес, Арада вынес, я вижу, секунду. Казахас, ты стоял на ближе всего к Араде. Арад, мог вынести дальше, ты убил Казахас, считай. Дальше смотрим. Вижу, Чии и Зора. Да, Маша права. С Чи всех вайпил. Значит, баг таймера был. Нет, меня убил вообще не этот касс. Тут дело в том, что у тебя был дебаф, и ты сдох под дебафом, взорвавшись в рейде. Ну, не смеешь, чтобы успел бы. Смеешь, я бы хотел выбежать. Я сомневаюсь в этом. Давайте на пол. И по поводу окончания переходки, может, кто-то недосмотрел. Заканчивается переходка, мы сразу разбегаемся на сферу, и потом сразу бежим под босса в милли, чтобы заспамить Амада. Паш, постой на месте секунду. Героик воскресенья 8 или 9 по Москве? 5. Как лучше? Сферу, кстати, можно вынести в аппендекс, если кто шустрый. Ты можешь начинать 8, и 9, ты глядишь себе на сцену. Так, Мелвит, не гони порку. Может, все-таки попробуем босса поставить в печеньку, между печенькой и квадратом потом. Да хоть мелких адов легче будет убить. Да на что нужно? На самом деле. Как вариант, разницы. Потому что. Секунду. Там надо будет заспавнить большого ада. Да на что сказал? Без разницы. Где угодно поставлю. Ну подведи за. Перед лицом не стоите. Ну, все равно нам РДД нужно выйти вот, в начале фазы. РД нужно рассосаться, заспавнить сферку, вернуться в мили, заспавнить ада. Поехали. В теории, если он будет стоять между апельсинкой и квадратом, будет это делать проще. Неважно. Я вспомню. Поставьте его там, это для РД не важно. С чьей это тоже не поможет. Ладно. После сферы в мили. Мигрейн, выйдешь? Всё, под контроль. Первый раз. А, выбейте меня. Я сейв должен взять. Так. Мигрейн, вот тут твое восстановление сил не нужно, на самом деле. Ты понимаешь, у нас два сейва выходят в итоге в одну точку. Ты должен давать его на 0-0, ты его даешь на 0-40. Не, так он тратит. Да, но тогда стать нужно что-то другое там. Ты не понимаешь. Я на 0-0-0 даю. Все, ты не понимаешь, дом. В другом месте зададим. Это не так должно быть. Блин. Маша свакает опять. Да я не выносила криво. И свакаешь, свакаешь. После серого мили. Не отвлекайтесь. Зубы, покоритесь мои
вещей Джульсамина. Третий каст прошел. Мелики не успели убить ада. Анфита не озвучил. Анфита вылет. Понял. Вот и не успели. Как ты умер? Вот. Тяни. Сферка. Тяни Зору. Собираемся в квадрат. В квадрат. Все очень. Три. Две. Одна. Перешли. Ровно в печеньке стойте. Рано идёшь. Верните на босса. Рано. Сейчас. Пошли. Ну, падаем, вайп. Это не серьёзно. Вы не серьёзно играете. Вы рофлите. Вы не играете на килл. Ребята, ну... Маша, да тратящий наш БР. Альдзар, чё так рано надо перевёл? Я пошел сферки подсобрать, там шестаков было до хрена. Ну до хрена и до хрена и дальше что? Ну, а кто-то за тобой пошёл. Сдох, ну чё? Ну сдох бы. Окей. Ну, типа... Они не понимают все боли. Да ты типа стаков. Не, Энфит. Нет. Тетива, заходи. Ты двух стаков начинает дёргать. Ты можешь что делать, Эльдазар, только при условии, что ты и вся... Весь вагончик милишников, который за тобой тянется, успеть вернуться к отсчету нуля. Где хотя за не триггер случай. Стива, заходи. Стива ухода? Надеюсь, что. Потому что клиф тоже есть. А клиф есть? Клиф тот? Ну, я смотрю, он в вагоне. Что будем с Ивом делать? Сейчас его перепишу, подожди секунду, я хочу посмотреть. Я ему напишу. Нам нужен клиф? Или пустить его из него? Ну вообще клиф нужнее. Он, во-первых. Можно и так, короче, мне принципиально. Клиф не зашел. Напиши, если будет готов, пойдет вместо тебя. Вообще посмотрите этот пол. Кто-то за Альдазаром вышел, когда нельзя было уйти. Ребята, Адды же не станет, да? Станется. Не знаю. У меня не получилось опасаний. По-моему, не станет. Только каждый место. А он... Сдевать, по-моему, можно. Каст только сбивать, может, они не станется. А, стоп, у меня же не стоит. Открываю рекрутинг совы, как бы. Один бим, и все, все проблемы решены. Сейчас скажу, кто это был. Макуат потом вернулся в кэмп. Фиг, не пойму. Там реально мы в группу кучу стоим. Так, по сейву. Дети, ладно, заходи. Там клип все равно включится. Ты сказал, у тебя на 3.20 будет? Давай мы сделаем немножко проще тогда. А то здесь сделаем. Вот так пока. На 3.45.
Перед лицом вы стоите? Заспаунили. Все, вышли. Свич номер с первого класса идет. Уже ДХ. Рок. Тут должно быть восстановление сил. Я сдал чуть раньше. Держите дозор, медицин. Больше ВАДа. Еще 7%. Третий каст. Вытяни меня сейчас, я в стене стою. Ну опять один ад, ты сейчас смотрите, где введение бизнеса спавнил. Никто не бьет. А где оно? Потому что он в текстуре. Ой, нет, он не в текстуре. Ну, может, значит, его кто-то оставил. А, может, сюда забегать будем спавнить? Попробуйте. Вообще-то да, пробуйте туда. Сейчас. Давайте падать. Вы про аппендикс, тот, который там? Да. Иди его. Я подумал, что он в текстуре, на самом деле. Там спот. Попробуем в него зайти. А, да, я думаю, где этот спот? Там можно зайти. У нас сейва не хватает в этот момент. У нас происходит первый каст. Фокси, ты его засейвила, так? Я не успела. Ты не успела. Вот ну, всех, по крайней мере, нет, не успела. Так там не все. Ну, сейчас, я хочу посмотреть. 15-й по. ХП, хилинг. Четыре двадцать. Нам нужен здесь хил. Если быть точным, у нас есть свечка на 4.00, на 3.50. Нам нужно на 4.10 и 4.20. Даже 4.10 больше. В этот момент damage taken по игрокам идет очень высокий. Оно смерти. Да, на этом взрыве у нас упало 4 чека. Значит, нам нужно 4.10. Что у нас на 4.10 сейчас? Ничего. Почему? Что произошло в этот момент у нас? У нас долго шла первая фаза, это задержка таймера, задержка энергии. Хорошо. У нас возит ад. У нас идут на смерти мобах. Ты даешь крылья. Дальше. Когда я пробегаю 3.15, даю крылья, потом где-то вот, когда дают большой урон. Когда заканчивается дают... переходка, выходит босс, даются да. крылья. Под, нет, под это раньше фадов. Получается. Нет, нужно 3.15? Позже. Послушай, я сдалась сейчас. Послушай. Когда заканчивается переходка, мы заканчиваем бить адов, ставлю котел, мы заканчиваем бить адов, появляется босс, выходит, тут нужны крылья. И это тут крылья. Крылья. После этого, через 10 секунд от крыльев отсчитываешь, после начала фазы, дается эма. Эмашкой заливаешь урон от двух больших дебаф, которые выносят, и от сферки, которую нужно выбить. После этого, примерно еще через 15 секунд, влазит первый каст моба. Здесь идут сейвы Фокси. На второй каст моба нужен сейв монаха. Именно сейв монаха, именно на второй каст. Вот когда Анфита говорит второй каст. То есть это не в 3.45. Таймер будет разниться, нет, если у нас ДПС упадет. Нет. Если я не ошибаюсь, переходка строго по таймеру. Я не о переходке сейчас. У нас сейчас таймер исходит из ДПСа первой фазы. У нас сейчас на первой фазе мы отстаем от таймера на секунд 8. Это вот. Лучше с чьей выглядит. Но тем не менее, отстаем ведь. В любом случае, это рандом. Как бы да. Мигрейн, твой сейв всегда нужен на второй каст моба. В скобочках прописано. Хорошо, понял. Его озвучивать будет? Нет. Каст моба может озвучить, но ты должен это сам озвучить. Фокси первый космоба, Мигрейн второй космоба, дальше первый космоба Зора, второй космоба Друидис. Маша, ты конец переходки, сразу от крылья. Когда пойдут два дебафа и сферка, Эма,
По идее, должно хватить. Нам не хватило вот этого слияния сил в этот момент захилить АОЕ урон. Нас упало 4 человека. Давайте напомним. Ну, таймер — это вообще такая идея. Ну, мы еще там просто немножко паника у нас была. Не, никакой паники, я таймеры просто спиздил. Ну, логично, что они могут немножко получить. Фласки возьмите. Вытяните меня наверх. Да потом, потом. Сейчас... Он не поел. После сферы в миле. Твою мать. Фокси, извини. Честь, сори, я одно вкосячил. Большого ада. Первый. А, Дзоро, Дзоро и Макот. Второй. Забери. Я доживу твою жизнь, минуя травмы без швов. После сферы умели. Хорош. Ингил не выбиваем. Зря выбили. Комбо трес меня. Первый. Комбо трес. Бери комбо. Комбо трес. Где ты лежишь? Я не вижу. А ты на полу меня ищешь? Достать. В рейд-фреймах найди меня. Как линзу потерял? Да вообще. Да он вообще в миле валяется. Вайп, закончили. Миликин, закончили упражнение? Да, закончили. Кстати, пошли реально иногда круче в миле очень часто. И что? Действительно. Что? Я орел, что ты мне сделаешь. А, нифига себе, где ты упал. А тебе что, рейндж реса сделали меньше 40 метров? Ты стоял, где ад был, я тебя не видел. Ты стоял под боссом, потом пошел искать меня в рейнджет, потом ты попал в сферку. Это длилось секунд 30. А ты мог просто таргетнуть меня в рейдфреймах и сдать рез. Так я так и делаю. То есть я тебя выбрал рез, наложу на тебя, он мне не показывает, что я тебя могу рискнуть. Зачем ты наложил на Эрела? А чё она в мире? А чё она в мире крутится? Какая разница, где я крутился? Объясните мне. Думал, что Паша будет около танков. Ну, Макс, бля. Вообще Макс виноват. Он взорвался, как бы, я ничего не знаю, он меня заешил. Как бы, да. Ну, вы поняли, он зашел с АОЕшкой в сиську, в шарик чей-то, его кто-то зачем-то выбил, он взорвался тем, что выбился, он взорвался своим хуйней этой, меня уебало. Он виноват. Не я. Да. С чьим? Поставь себе на карте такую тему, потому что когда ты берешь цель, она на карте отображается. Поехали. Будешь отгонять Пашу от мири. У вас час РТ? У меня с вами час РТ. Чтоб ты не ходил в мире? Хочу конец второй фазы сегодня. Покча. Как он был. Хочу еще один конец второй фазы сегодня. Отвлеси абонемент. Мили после сферы. Я не могу с этого босса. После этого пол в БМ. У нас будет ад в жопе. Нормально, достается оттуда. Тебе тянуть нужно четные, на самом деле. Второй.
Твою мать. Хирургическая работа. После сферы умели. Зора на тебе. Как бы Гима и Сарва. Ты что бьешь? Пиздец. Сальву хоть сдай. Знаешь, что такое? Я Митракс, мне пох. Ты приз, мне пох. Переведите босса уже. А. У нас 30 секунд, чтобы перевести босса. Приближается волна. Йо-йо, 80% маны, мигрейн 70%, тратьте давайте. Не хочу свой 25%, 25 как хп, что играется, нормально. Я сейчас буду сливать ману на трех человек. Стоим, стоим, стоим. Побежали. Синий. Перешли. Сюда зашли в закуток. В закуток. Где друиди стоит? Стоим. Да, здесь, здесь. Две. Одна. Перешли. А у я прошел? Ну, я застрял. Стоим. Я побежал. Стоим, стоим, стоим. Побежали обратно. Я очень прыгаю. Вот сюда, вот сюда. Блять. А чего вы сдох издыхаете? Ад. Я замедленный. Нет, ну там реально тема, там 5 адов в одной точке резнулись. Там люди застреют. Это их проблема. Ну так не застреете. Падаем. Нет, там так красиво. Зор должен гимнить, чтобы. Там нельзя упираться в стенку чуть-чуть, как бы в углу, но не упираться. Там наконец-то как бы анфиты да может все в порядке. Зор такой, гим только начинает, такой, у него сферку, и Митрикс такой, я босс, что ты мне сделаешь? Да, падаем. Знаешь, Паш, у этого Митрикса, по-моему, своя ротация, как он раздает казу косты, потому что я постоянно что-то этими ОЕшками отхожу именно прям ровно. Не, ну хором, это и к тебе применимо, типа. Третью на вторую, ну не только у меня там анфиты, мигрейн вместе со мной бегают, и все. Я других людей не вижу, там еще ДХ бегает. Мне кажется, на Митрокс это огромный экран купить, что, блять, правда. Паш, пиши мистер Рел Митрокс. Окей? Хорошо. А, ну это если про мили-кемп, я понял, да. Я догадался. Типа, это все равно твое мнение. Почему мы тебе не скажем, ты все равно в мире будешь крутиться. Я друид, это типа. Ты ЗБМ также бегал в мили? Да. Вы берете себе мили-ханта. Удар ящик побегал. Ребята, фасочки обновите, давайте. Еще знаешь, как последний шакал аспект гепарда включил? Я буду каток спамить под босса и вокруг хатка бегать, типа, не догоните. Поехали. Выбью. Вытяни сейчас вот вторую сверху. Первый. Тягай. Второй.
Ой, Маша. Сейчас вытяну. В мили после сферы. Сущно все, да? Первый квест. Твою мать. Блять. Под сливами. Мелики, стойте в лужице. Для вашего же блага. Крутило. Мог бы и вытянуть. А я один таргет сменился на... Оставь сейчас на переходку тебя тянуть. Сейчас еще одна сверка будет, пацаны. Сейчас не будет, пацаны. Будет, будет. Появилась. Казахаса. Пошли на позицию. Синюю. Через две. Побежали. Туда, за куток. Резну тебя. Вичат. Перебежали, квадрат. Ну падаем, вайп. Падаем, падаем. Стоим в одной точке. Как у тебя вышло сдохнуть? Зачем ты сдох? За кому вопрос прости? Тебе. Кто вам спрашивал? Зачем лучше замедление появляется? Лучше замедляет. Мелкий адапт это показывает. Как еще дебафы нужно диспелить или как? Нет. Надо бывает два, мне кажется, два можно диспелить. Нет, потому что потом будет новый два. Трата маны. Прохиливаешь. А, это ченнел от Мабуха. Я думал, что он перестает ченнелить. Ты кас бей, персонаж. Ну, я не бью, стой. Я не ставлю. Мигрень, ты по танкам хилишь? Я тебя на прошлом раз просил по танкам хилить прицельно. Можешь сделать танка билд? Ну, я стараюсь так и так хилить. Значит, смотри, танка когда мертв. Я ухожу, когда я ухожу с тайнавы, танк от дезерта только к тебе остается, я не хилю. И меня частицу перекидываю, и она мне все равно дотянет. Просто мой АОЕ скилл очень мощно хилит. Танк, в общем, поэтому... Танков ты прям тоже не хуже хилишь. Давайте думаем, как их хилит. Ну, типа, по тайсету Альдезару. Альдезар меньше по тайсету от Маши. Буду помогать. Мигрейн Альдезара. Альдезар сейчас от луча сдох. Ну так дебаф на простакался, и вот я знаю. Давайте. Трайгон фаска, йог фаска. Был котел. Ты уже привыкла? Конечно. Большого. Мага тягай. Да. Тант, тант.
А вы мага выбьете, у него бурсты закончились, пока он стоял. Да вы, блять, рой ушлите, сука, два рейдера, блять, постоянных. Да что ж с танками? Че так много стаков? Это луча моба не увернулся. Ну, собирай сферки. Сейчас будет сферка. В мили. Забайтили, можем разойтись обратно. Приближается волна. Второй. Зора. Спасай положение. Поднял. Ты третий или второй был? Второй, второй был. Босс побольше. Раду, убейте. Побежали. Перешли туда, в глубину. Стоим. Я скажу, когда передвигаться. Еще 4, 3, 2. Перешли. Я не кипу, а я не кипу. Все еще живы. Стоим. Куда пошли, блять? Пошли. Падаем. Еще один. Не-не, он усиленный подошел уже. А, ну да. Ты не кикну кас, поэтому тебя с ее с хором убило. Не лучше. Случай опять, а. Потом с кикастом. Да. Я не кик. Ну, учимся, чё, типа, ну. Хер знает, как это получается. Не, ну я видел то, что кастуется в нашу сторону. Сумок. Не успел сказать. Я тоже заметил, но поздно среагировал. Очень поздно. Да, Маша просто помолчит. Так у меня то же самое. Я тоже среагировал, но один раз. Тихо луча получила, бежал в сторону, получила каст. Ну, просто сквозь нас надо было убрать себе. Я там стеночку жал, нормально. Я бы не успел, наверное. Я еще хоть...
Мы на второй фазе вайпнулись. Алиотель луч, мигрейн, клиф босса, Альдазар не дохил. Минус 2 хила вайп. В смысле, босс не клифа, когда мы... Босс не клифа, да. А что такое разрыв сущности у Монка? Я думал, это клиф. А, так, нет, это клиф. Что это? Он довольно поздно, блин. Причем я всем сказал уйти оттуда. Ну а Монк не ушел, он убил. Скоро клиф. Ну, у него разрыв сущности 58 тысяч оверкил. Монка убил разрыв сущности, а Леотель уничтожающий взрыв. У нас два хила падает до того, как они сдают свои сейвы. Мы на этом падаем. Поехали. Перестаньте падать на таких косяках, пройдем дальше. А как у тебя мамаш? Сострадание? Да. Кстати, на мобов я бы лучше и маз давала, а потом, а крылья потом, потому что мне по крыльям надо куда-то дамажить, если я буду перебегать. По боссу дамажить или по аду, который прилетает. Поехали. У тебя ЭМА не откатится к моменту, когда нужно бивать адов, лучше бью. Откатится ровненько. Ну, это же таймер не правильно прописан. От Макс, далеко аккуратно. Это ты. Не успел подбежать. Свишнулся. Имакуат, ты не... Do you mind? Спасибо. Храм, вот взгляни, у нас очень много людей с дебафами, так и должно быть. А, добавить? И дебафы. Эти что, которые выносить? Не, с минус хилом. Не знаю, ловит луч, наверное. Второй кат. Прям сильно свечитесь. Успели. Ты чего сдох на Котор? Блять, нахуй ты там в стену уперся. Как я хорошенько зашел сюда. Перевели. Сферка. Пошли. Через 3 секунды. 2. Перебегаем. Дальше, дальше, дальше. Вот сюда. Мы уже падели. Никуда не перебежим. Стоим, стоим. Перебежали. У нас бичка были. Найс крик. Обидно было. А вы не хотите вступить в ряды варов? А кто орал так? Кому премию Дарвина? Если бы ты сказал бы Blood DK, там где-то... Сколько? 13 Blood DK. Вот тогда можно было бы переехать. Ты нафиг? Сейчас произошел? На случай вообще переехал без шансов. У нас два луча, да. Там... Чему?
Нам каток проехался, так что... Что мы с этим делать будем? Не знаю, какой там понятие происходит. Я в бабу оперируй ушла. Будет? Кинула лохатый сет. Я бы не отказалась от пары минут. Отказывайся. 5 минут. Спасибо. Мне грустно, что мы тетиву не задействовали. Лучше я бы ими вместо тетива. Но у меня вашки нет, поэтому я бы... Так, кнопочки сам. А ты сильно ДПС потеряешь? Бэйми? Да. Фиг узнаю. Только в ключах Бэйми бегает. Харам, это жестокий троллинг был. Макс, это тоже к тебе относится. Ну чё жестокий троллинг, блин? На самом деле, моя следующая стадия деградирования, я бы еще Алла. Рестер Друид ты хотел сказать. Но нет. Мимо. Судя по всему, как ты бегаешь по полю боя, мне кажется, да. Моя следующая стадия деградирования. Жду, чтобы сложить свои полномочия. На тебя и так щи наложил что-то под, как-то на пули, так что... Ой, прекрати. Смущаешь. Ты стесняешься? Да. Куда, ну, покажи, куда он на тебя наложил. Смешно. Это у вас там что-то было, я не знаю, на что он тебе там наложил. Да, бля, ну, он тебя просто как бегал по комнате и искал. Где Берн Дерсер Друида? А он в мире. Танк вообще. Самое смешное, что он все это время был в моем рейндже. Он не мог мне просто в рейдфрейм взять. Знаешь, потому что Щи не поверил, что как бы Рел будет ладно, не буду говорить это слово, но как бы бегать в мелике. Да неважно, где он, ты по рейдфреймам всегда понимаешь рейндж к своим союзникам. Ты не ищешь его модельку в рейде. Это бессмысленно. Искать модельку нельзя, нужно искать по рейдфрейму. Но он, скорее всего, знаешь что? Он, наверное, сначала тебя не выделил, просто побежал, а потом такой смотрит, а ты не выделил. Наверное, на другом конце карты, как на Коттер. Он ублинкался в конец комнаты, противоположный боссу, сдох там и лежал. Он выносил добавку. Человек устал, что ты к нему пристал? Взял, прилег, отдохнул. Я также сейчас прилег. Был кучей. Хором. Наруто. Пять? Да. Туту? Да. Чё, подсел? Я не знаю. Мне кажется, он сломался. Ну, суть по улыбке, да. Его расплющило. А я мандаринку съем. Он пьяный? Господи. Он топил опенинг. Чё, он его каждый раз смотрит, что ли? Нет. Только на перерывах. Смотри, что он делает. Блядь, это наша жизнь. Это то, что случилось с нами сейчас, когда по нам проехали два луча. О, вот эти... Я бы, кстати, поменял скин на этих лучей вот на такой луч. Да. Такой вытянутый. Чьи, кто это будет? Мальчатов.
Чтим наши гарантии, начинаем. На месте, поехали. Ох, поехали, блин. Давай, Харм, трансформируйся из пельмешек. Я следующий. Чего босса отводите? Хорошим Махвата стоишь? Я сейчас закончу. Закончишь транк и выбью. Хорошо. Смотри. Приоритет. О, вы охуенные, втроем. Ребят, я предлагаю всему рейду посмотреть на это. О, сверхразум, здорово. Просто сжались, обнялись, там тройничок устроили. Для чего еще? Охуенно, Хара. А ты тоже, я смотрю, молодец. Деградирует так вместе. Блять, ему хвата, ты решил заборчик построить? Ада. Йорк. Какой каст. Мне после Митрекса к согласия, блять. Они обжимают. Ну, мы добьем его сегодня. А, надо? Не знаю, ты просто. Давайте, переводим. Хочешь убьем? Хочу переходку. Ну пройди немножко, жопа. Ручка. Фокси не успеет. Встали, перебежали. Туда, глубже, 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 в самый глубь. А, ты рядом с нами, осторожно. Перебежали. Стойте здесь, ровно меточки. Опять ушли. Перебежали. Мама, мама, мама! В угол вбились, в угол, в угол, в угол, в угол, в угол. Стоим, стоим. Две. Пошли. Вдоль стенки, ребята, вдоль стенки, не в центр ком. Ну что ж с хилами делать, они упоролись. Рассасываемся, РДД. Падаем, вайп. Я убегу. А что у нас есть люди, которые просто не считают нужным заходить тоже? Кто? Ну, не знаю, сейчас вроде райперка один идет. Ну, спроси у него. Кого? Райперка. Ну, Джасмин, да, я видел. Я считаю нужным сходить. Что еще раз? Да я не считаю нужным, чё? В апельсинку. Вообще сосок. Вообще-то печенька. Гандончик. Ну, зовите его катить. Устали. Воскресенье будет, да? Да, героик, 8 по Москве. Ты качаешь ханта?
119. На Митрекса присоединюсь к вам. Хантишки. И НАТО. А чего? Вы аутируете, тоже буду. Ты на один раз сдох очень хотел. Вообще у нас слишком много вайпов уже на Митрексе. Даже я начинаю косячить такого количества вайпов. Пора эффективный пул делать. Крик. А ну, собрались. Все. Ты водочки хреб. Поехали. Первый. Тяни. Тяни. Алло, отель. Второй. Выбили. Первый кос. Эльдезара. Поднял. Себе рай. Рейтинг прошу. Эльдезара держать. Сферки пособираем. Спрей держим. Чей, сейчас будешь тянуть. Тяни мага. Поехали на позицию. Квадрат. Перешли. Ух, еб... Вайп. Сейчас скажи в кого. Я так скажу, там пол рейда не было, потому что сейчас три человека только стояло в основном в этот семье. Народ стоит, босса бьет. Арод, это был ты. Сейчас уточню. Или это был Рада? Да, это Рада. Он с центра комнаты бежал весь номер. Давайте напомним.
Хорош ты, а? Че ты скандалишь? Секундочку, кое-что посмотрю. Лайфхак. Если вы бежите с центра комнаты и не успеваете, то бегите сперва не по диагонали к нам, а в сторону синей, чтобы лучше отправить в сторону, а потом максимум уже вдоль луча к синей, опять же. То, типа под прямым углом. Ты тот, Тайнов? Ты готов? Да-да. Макс правильно говорит, слушайтесь. Бегите в первую метку, и только потом во вторую. Ничего страшного не будет, если вы будете в центре комнаты в этот момент. Главное, чтобы вы шли правильно, луч затриггерить. Вы можете в это время меня отводить босса? Нет. Понял. Мне кажется, что вы слишком сильно его в угол сжимаете. Йок, мигрейн, луч поймали, осторожно. Первый. После сферы умели. Спасибо. Имакуат. Ты заебал дохнуть. Сделай что-нибудь своей игрой. Можно меня с чей? Только нет, вот так, да, спасибо. Блять, имакуат. Не в службу, ага, спасибо. Панолера, ну много стаков Панолера о Широнте, так нельзя. Перевели, сейчас будет сферка и переходка классическая. Я не жду на ней косяков от вас. Пошли. Встали в квадрат. Перешли. Вот сюда. Когда я скажу, вдоль стены бегите. Побежали. Стоим. Пропустил указ? Беги. Да, беги. Стоим. Стоим. Okay. Побежали. Внутрь забились, вот сюда. Три. Две. Побежали. РДД, рассасываемся по комнате. Не могу понять, Фокси, нет боя. Ой! Сейчас исчезнет сферка, Макс. Берешь. После сферы в миле. На другом конце у нас много сферок. Добейте там одного. Вада, свечно ли первый каст? Не тянем. Это я там глупость сел. У вас, во-первых, там много копий осталось, я смотрю. Одну я убил. Я вижу, но тебе там стоять бить ее нельзя, ты должен идти бить вадом. А маги должны идти туда добивать их. Это раз. Еще рейнджи. Да, рейнджи в смысле. Два у нас, ну, без Фокси проблемы с хилом. Три Дзора. Ну, смотри сам, или виноват Гир,
Или что-то нужно сделать, чтобы ты хилил больше. Что-то с этим явно... Ну, я не уверен. Сейчас посмотрю, конечно, момент вайпа. Ну... Карелия... Без Фокси, конечно, там 4 хила-то не пройти. Ну, Эльдезар падает. Это, конечно, тоже... Такого быть не должно. Танк... Если там одно видение останется, я там ее... Я там останусь и добью. Ну, одно-то да. Но вообще, туда должны РД просто перекочевать. Не, просто как говорю, если там будет одно, то я ее сам добью. Останусь там. Давайте. Можно? Что? Видение. Видение, что свищили все, а то... Монстры с ДХ остались вдвоем, видение били вдвоем только оставшиеся, которые в углу стояли. Остальные пошли боссы пинать. Не могу. Почему я не могу? Не могу посмотреть, давайте на пол. Я сейчас... Я все равно там один был, наверное. Не, посмотрите, хотя бы то, о чем говорит Сечей. Как все, Паш? А? Смотри, мой туннель. Ну я понимаю, они толстые, в них нужно свечиться просто. Или залетел я. Сейчас. Рейд хил с момента смерти Фокси. Да. Поехали. Давайте еще три пола точно. Нормально отыграйте. Давайте уйдем из рейда с чувством выполненного долга. Убьем вас, что ли? Нам нужно вторую фазу, нам даже не нужно босса убивать. Заспаунили, можно. Вторая фаза это типа вторая переход? Нет, вторая фаза это вторая фаза. Выбей наркотера. Фокси, осторожней. Рок. Доджите все лучи, это важно. Забери. Чей? Мог бы проговаривать. Тебе следует проговаривать на самом деле. После сферы в миле. Нет! Чи, тяни. Второй класс. Сейчас третий пойдет, а третий идет. Что? Не хватило дамага, почему? Могу. На переходке сейчас чека кинет и вытянешь. Народ больше туннелил босс. Почему? Да не сильно, я тебе скажу. Ну, может быть. Тяни. Маша. Твою дивизию. Сверка отлично исполнилась. Ада, забери. Метку встали. Метку встали, метку быстро. Перешли. В друидисов встали? Кастр, НЖИ, маги. На счет три будем перебегать. Раз, два, побежали. Лишники. Почему вы... Очень плохо сыграно. Ситуации с лучом в печеньке бывает две. Первый, он бьет прямо в печеньку со стороны гуна. Это не страшно. Второе, это он бьет по пути из квадрата в печеньку. И нам нужно идти вдоль стены. Раз, два.
Ну, Альдазар, ну факап. Смерть Дыха из-за этого, следовавшая. А дальше два человека, которые не смогли выйти из каст. Луча. А потом Клифф. Какой каст? Каст, он каст не сбили. Нашему? Да, был не сбитый. Да, нашим, когда я сказал каст мили, не был сбит. Арат, Казахас, а вы для чего здесь? Типа, у вас есть бики, поюзайте. А, они, кромка им нужна, они сами сделают, они сами собьют, я приду подамажу. А ты играете? Не, ну будь у меня сбик, я бы сам сбил, чё? Когда печеньку перебегаем, прям туда внутрь, далеко-далеко не убегай. Туда да, потом тяжело убивать. Их ауешить там надо, их не надо там убивать, а директ. Как ты будешь ауешить, если они стоят прям в... Прям в можно... чём? Чё? Прям туда, в угол заносит. Блядь, щей, да похуй на самом деле. Главное, чтобы они были в этом закутке, а остальное уже честно по барабану. Главное, чтобы не дохли на этом. А то, что ад там останется на ОХП, это хуйня, добьёшь. Тигай. Имакуат. Блять, а тебе религии не позволяют отойти, да? Стоишь. Я уже не успел. После сферы умели. Там где ты один. Вы два просто. Рокаст. Вайп. Да что? Блять. Вы понимаете, что вы своими действиями такими вайпаете? Выбил их? Одного я выпущу, последний. А второго кто выбил? Юмаку, а ты? Да. Ну, как бы, с одной стороны, два чеков нихуя не страшно, просто второго выбить потом, когда у нас хп будет фолла. С другой... Два чека в одну томбу. Ну, а надо? Мы бы пережили, если б не сплетовалось каст. Твою дивизию. Я думал, для тебя далеко будет. Ты не поймешь, тут далеко, то нормально. Рокас. Устали, но соблюдайте спред. Не серьезно.
Кигаем Акуату. После сферы в миле. Тебя Казахаса? Активно сейчас третий идет. Сферка будет. Ингио. Юки. Что это было? Поюжик вышел. Это еще один пул. Что было у вас там? Можете комментарии с другой стороны? ХЗ. Непонятно. Альдазар, что произошло? Дом вам люлей троим раздал. Без комментариев. Харо, мы снимали хентай. Записи на Твиче будут. Я, Фокси, Имакуата, Мигрейн. Кто еще там был? А, и нас просто это массорги с тентаклями. И новый ДХшник. На нас пятерых тентакли все. Подошел, сунул, ушел. Назовешь это хентай, Паш. Я не знаю, как это назвать. Закулисье рейда. Высы из Брейзер скурит в сторонке. Ну вот там, да, курит в сторонке. Это ничего не конкретное. Я тоже шоль куда-то попал. Подожди, а можно 30 секунд, кстати? Давай. Mm-hmm. Я музыку поменяю. Ну, у меня логично стоит. Ну шо? Погнали. Поехали. Вздыхай. На пол. Да вас пиздить надо на самом деле. Или штрафом, или матом. Не поможет. Поможет. А я ни то, ни другое не делаю. Только... Просто на кончике пальцев. Блять. Сука. Я тут обхожу эту сферку, чтобы положить вторую к первой. Ай, в жопу. А вы берете такую хуйню творите. Харам, короче, магов нельзя брать на этого босса. Кейплих. Окей. В миле после сферы. Рук. Ой,
второй. Опа. Падаем. Давайте еще один. Нет, не понравилось. Вот ты не хочешь магов, да? Кого ты хочешь? Ну, типа, у нас из 10 пулов 4 раза трое магов кому-то в сверху лезли. Вообще безобразно, блядь. Зря они синенькие. Я вычислю тебя. Пиздос тебе. Казах, ты следующий. Ты уже на прицеле. И у меня прицель. Ну, может, ты их это людей немножко подальше, там заставишь им рейндж 10 приписать. Я бы их вообще в соседние комнаты боссов посадил. Одного к завхозу, одного к Вектису, другого к собаке. Че это за ритуал? Я не знаю, но они тогда точно не попадают ни с кем сверху. И пентаграммой. Надо еще двух взять. Говорят, от проклятия Фартова еще никто не умирал. Ах, господи. Думаешь, это его вина? Не знаю, я буду думать. Меня это не устраивает. Такой результат. Да мы переходим в вторую фазу, что тебе не нравится. Как мы это делаем? Охуенно. Красиво. Бля, я ненавижу этого босса, пошел просто ты нахуй. Берем и делаем. Пошли. Пить, давай не выносим, а? Давай бог. Обнимитесь еще как маги. Вот куда ты ко мне? Терлада. Пообниматься захотел? Бедняга, ему кулата стоит и ждет, пока я трансфью докастую. Мили после сферы. Предыдущая. Ну, Альдазар, опять сейчас в сферу попадешь. Побежали на позицию. Перешли. Маги, зайди ближе сюда. Перешли. Тихонько. Куда? За сферами. Перешли. Сейчас. Перешли. Почему он еще не умер? Закончи. Зато мы умерли. У нас минус 5 человек было. Да нормально было там.
У него 30к было минут секунд 5. Никто не бил. Я уже бил, потому что не всем было тянуть. Закончили упражнение? Еще одно. Да, рейд на сегодня окончен, но я хочу, чтобы все остались буквально на 3 минутки. Я хочу 20.